Здравствуйте, уважаемые друзья! Собянин СС начал новую волну террора с этой коронавирусной шизофренией. И называется она на этот раз «Массовое тестирование на антитела». Но мы уже поняли, что кошмарит нас этой коронавирусной истерикой Путин руками Собянина. И я так думаю, что это делается за тем, чтобы, если ребяткам удастся на банановой корочке между траханных и нетраханных проскочить, то Собянин пойдет на повышение, например, станет премьером, как он давно мечтает. А если не удастся, то Собянина просто сольют, утилизируют. Я не расстроюсь. Я надеюсь, что Собянина утилизируют вместе с Путиным и вместе со всей их обслуживающей шоблой, типа глав санитарных врачей, всяких этих раковых, губернаторов и так далее. Они занимаются геноцидом, уничтожением российского народа, и сейчас, как никогда раньше. Но вернемся к тестам на антитела. Я не доктор, но, по словам медиков, тесты на антитела, в принципе, очень-очень неточные. Например, тесты на антитела по ВИЧ-инфекции дают положительный результат, даже когда на самом деле человек не имеет этой ВИЧ-инфекции. И они могут давать положительный результат в 60 случаях, когда организм находится в определенном состоянии. Например, если человек сделал прививку от гепатита B, то тест на антитела ВИЧ может давать положительный результат. Также такой положительный результат может давать беременность. И это только 2 из 60 состояний. А тест на антитела коронавируса, они вообще все закупаются за границей, насколько мне известно. И из чего сконструированы эти тесты, не знают даже американцы. То есть сейчас различные эксперты пытаются получить информацию согласно акту о свободе информации из американского Роспотребнадзора, так называемого. Но пока им не удается это сделать. Поэтому, друзья, сейчас Собянин будет массово завлекать вас на эти бесплатные тесты, но на самом деле это просто такая заманиловка в ловушку, потому что таким образом вы себя поставите в очередь на вакцинацию. Я предлагаю вам вообще не участвовать в этой авантюре ни в какой. И максимально бойкотировать все эти выпады властей, ношение масок, перчаток, а также бизнесы, магазины, компании, которые заставляют вас под угрозой того, что они будут отказывать в обслуживании, заставляют вас носить маски и перчатки. Держитесь, я уверена, что мы прорвемся. Кстати, вот это интервью доктора о тестах на антитела и о вакцинах я залила на другой свой резервный канал, и ссылку на это интервью я даю в описании к этому ролику. Спасибо.